Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, сундучок. Ничего тут хорошего нам не досталось. Кубки, задания новые. Так, проехать. Нафиг, выиграть 6 гонок, вот это будет поинтереснее. Сундук. Крылья, ускоритель, дым. Команда, так, сундук. 20-й ранг. Все, да? Что-то подключение к чату отсутствует пока. Ладно, ничего страшного, ребят. У нас продолжение гонок. 16 тысяч кубков сегодня попытаюсь взять. Гора смерти. И меняем вид нашего гонщика. Так, зомби свой откатался. О, что-то давно такого не было. С такой прической. Так, базовый лагерь. Давай только вот без этого, пожалуйста, а? Вот это вот начинается, ребят, тягомотина. Ожидание других игроков. Все равно ведь играем с ботами. Фига там? Фига, чувак! Эй! Ты нас-то, может, подождешь? Пипец! Я, короче, в этой не луже, а в этой в яме, короче, ребят, застрял и приехал третьим. Они, конечно, тут, особенно вот этот, посмотри. Что происходит, блин? Ты посмотри, как у него машина летит. Опять, что ли, блин? Ну... Все, ребят, это та самая дебильная, идиотическая трасса, блин, на которой я постоянно фейлюсь, блин. Я постоянно на ней проигрываю, ребят. Идиотский император сзади, ну какой-то едет, блин, кто он там? Ну ты посмотри, вот мою машину закидывает, как я не знаю чего. У него же едет нормально, ровненько, ну как ты? А этот охламон уже первым давно стоит. Да все равно я каким-то там третьим. Такой ботан, голову повесил. Да. Что-то начало какое-то не особо веселое это у меня. Я, кстати, вот что заметил. Да и фура, отвали. Байкер разбился. Вот ты мне объясни одну вещь, блин. Это что, разве это, ребята, не читерство? Он едет, не отпуская, блин, газа. Ему хватило на всю трассу. Ну как? Ну как это может быть? Утырок, так тебе и надо там. Гонщик вшивый. Я бы сейчас не удивился, если он там летел бы следом за мной бы. Вообще нисколечко не удивился бы. Ну не может у него быть горючки столько, блин, чтобы это... Спокойно ехать. Ты посмотри, он еще и летает там фиг знает как кто. Смотри. Ты хочешь сказать, что это нормально? Вот это вот, ты хочешь сказать, нормально, блин? Вот я идиота, кусок. Куда водила вылетел, придурок ты? Че происходит? Ну, у меня нет вообще, я буду молчать просто. А вы еще говорите, что в игре не может быть читов и еще чего-нибудь. Может быть, все может быть, блин. Вот как я сейчас завис, ведь 100% здесь есть лазейки. 100% есть лазейки. Скоротить путь, там, сделать какую-то неуязвимость или еще что-нибудь. Ну, ты же видел прекрасно сейчас. Повис, фига ли повис там в воздухе, ничего сделать не могу, блин. Иди отсюда, на спортивном каре на своем едет тут. А, он на пружинках еще. Смотри. Просто влетел. Он не споткнулся об эти, об мостики подвесные. Он их проскакал.
Байкер там все свои сальтухи крутит. Слушай, а этому тяжело, я смотрю, дается-то там, по прыгульке-то. 4 балла, 4 вшивых балла, ребят. Он осторожничает, байкерок-то. Да. Слушай, ну мы все равно будем первыми, да? Блин, первыми будем. У нас еще одна гонка. И, кстати, вот этому попрыгунчику здесь, кстати, не повезет. Мотоциклист, да ты отвали, блин, а? Вот делай там свои сальтоны лучше. А я поеду дальше. Он сзади подгазовывает. Подгазовывает, ты понимаешь? Сзади. Газиметр, блин, несчастный. Так, что у нас тут? Крылья, колесный ускоритель. Здесь тяжеловоз, ускоритель, дым. Приступайте к развлечениям. Ботаник, будешь приступать, блин, к развлечениям, а? Давай. Давай, 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 не скупись. Не скупись на скорость. Тут начинает вот это колдыбарить ее. Сзади там супостаты едут. Но им-то куда до меня? Куда им до меня-то? ККМ-ка тут еще что-то выпендривается. Ребят, мы заезжаем в пещеру с вами. В пещеру страха. Или комната страха, как они ее тут называют. Пещера страха. Вот здесь вот нафиг нам не надо. Скорости большие. Снимай крышу. Сбивай крышу, парень. Ну что с тобой не так? Давай, есть. Знаешь, это сидишь. Как это, блин? И боишься лишнее слово, блин, пикнуть. Вот до этого ехал аккуратно, на тебе тут. Давай, 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 залетай. Ну вот этого хламона белого надо было, блин, переплюнуть. Рамула, мудула это, а не Рамула. Е! Знаешь, скрючился. В напряжении, блин. Так, забираем с тобой тут что-то непонятно чего. Кубок езды по ухабам. Кубок езды по ухабам. Тыквоголовый тут. Ребят, тыквоголовый тут едет из этой Ставр Конквеста, смотрите. Мотоциклистом. Такой кульбитыш сделал сейчас прикольный. Доделал, 6 гонок выиграли. Он начал делать кульбит, и там, ребята, упоролся, короче. В мясо, в зюзю. Смотри, 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 смотри. Есть. Щегол еще не дорос. Но вот здесь вот, я не знаю, ребята, если он здесь выиграет, это будет трындец. Ну где там байкер-то? Байкерочек, ты где? Как же ему неудобно для него эта трасса, да? Ехать на полусогнутых. Вон байкер сидит там сзади. Губы свои. Слюнтяй. А мы получаем награды. Так, крылья, ускоритель, фляг. Дай-ка я вот это открою. О, новая краска, но это на чудовище. Ну что, я готов? Я ненавижу воду. Блин, мне этот ботаник что-то начинает напрягать. Я не знаю, почему, ребята, он мне начинает напрягать, ботан. Мой. Ты, блин, лучше ничего не мог придумать, а? Слушай, что он там, он достал же там на попрыгушках, на своих вшивых прыгать. ККМ-ка на попрыгушках и на крыльях под водой, блин.
Не перебор ли это, а? Суходрищев. Как по мне, так это, ребят, перебор. Дебила кусок. Что я могу еще сказать? Тут без комментариев. Просто, блин, ехать первым и... перевернуться там, где никогда не переворачивался. Мне ж сердце, ребят, заколотило, ё-моё. Перенервничал, видимо. Блин, аж не по себе. Ну как так-то, а? Я уже начинаю забывать, что такое первое место. Забытое шоссе. Ну чё, поехали. Ботан, ботан на байке. Конечно, смотрится. Причем он такой крутой, он одной рукой управляет байк. Какое нафиг ожидание, блин, остальных игроков? Вы издеваетесь, что ли, сейчас, а? Играю, блин, с ботами, ожидания остальных игроков. Аккуратненько будем ехать. Вообще замечательно, слушай, едем. Прям как эти избранные. Не вздумай! Твою, блин! Просто взял и задел головой эту, блин. А знаешь, почему задел? Потому что бензобак там был рядом, блин. Это что, это скоростные спуски? Ну здесь, блин, ну никак не байк нужен же был. А, ударил так сильно, что ж... А, рука. По коленке себе звезданул, нормально. О, сейчас разобьемся. Нет, смотри-ка. Да едь ты! Задком, задком. Ну, заехал. Ай, заднеприводный, блин, ботан. У меня нет слов. Почему я все так воспринимаю, блин? Серьезно, а? Нет, напрягает, ребят. Я раньше был... Ну, как сказать, не то что равнодушен, но мне по барабану, он проиграл, проиграл. Сейчас же... Каждый этот проигрыш, блин, как комок в горле. Понимаешь? И непонятно, с чем это связано. Да-да-да-да-да, маслкар сзади, он там ехал. Ехал, да не доехал, не получилось у него меня обогнать. Хотя стартует он все равно быстрее, чем я. Здесь моя большая была ошибка, что я, ну, как бы я сбросил скорость, но не до конца, ребят. Вот тут его была ошибка. Короче, каждый едет со своими ошибками. Нормально. Изикатка. Так, я попробую перелететь. Эть! Он перелетел, кактус, а я нет. Причем они, по-моему, вдвоем на одинаковых красках ездят, да? Да, одинаковые раскраски на тачках у них. Мне нужно обязательно было сорвать эту крышу. Фига, тихо ты! Скорость наилютейшая была сейчас просто. Наилютейшая. Первое место. Так, весенний город, день чудесный, по-моему... А поехали на маслкаре.
Мы, кстати, его можем прокачать еще чуть-чуть. Что это такое? Коробка передач оптимизирована для наилучшего ускорения. Для наилучшего ускорения, да, говорит? По-моему, на мне этих никаких не висит, да? Как они там звать-то? Улучшений. Соответственно, мне и противника такого дали. Без улучшений. Батан такой крутой, едет. Нормально, первую гонку он хорошо одолел. Понял, тут как надо, тут надо не нажимать, тут наоборот надо, ребят, отпускать. То есть ты набрал и отпустил. Посмотрите, на первой гонке они уступали мне, сейчас же нифига. Что поменялось? Да нифига не поменялось, ребят. Просто какой-то рандом, блин. Переплюнул я его. Красиво. Выровняй себе, Рэй. Что-то как горбатый сидишь-то, блин. Как горбун, блин. Действительно. А потому что начинаешь зажиматься, нервы мышцы сковывают. Ты как этот. Как горбун, ё-моё. Давай дальше. Но здесь обделался по жидкарю просто. Тут две ККМ-ки, оказывается. Слушай, ну он, вот он приземлял. Я не знаю, как, ребята, если бы он на всей, со всей дури приземлялся. Но у него, по-моему, нет такого, что он тратит скорость при приземлении с большой высоты. Наверное. Я не ощущаю, чтобы он тут где-то терял скорость офигенно или еще что-нибудь. Нет, едет. Да сколько гонок-то тут? Четыре гонки, что ли? Разомнем плечи, позвоночник, поясницу. Давай, 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 шпарь. Ну, я вот. Ну, крыши у нее нету, да, по-моему, маскл-кара. Или вот это вот есть защита, я вот не знаю. Если он ударится об потолок, ему сразу кранты, или все-таки вначале снимет крышу, а потом он только отдуплится. Вопрос интересный, вопрос на засыпку, ребят. Ну что опять ожидать, кого, блин, ожидать, блин. Время уже, ребята, 7 часов, 8 час вечера. 8 час вечера, я тебе говорю, быстро летит. Ай, зачем я это? Он там на монетном ускорителе. А, он на монетном ускорителе, он вообще там. Смотри, что он творит. Круто. Ты видел, как получилось у меня? Попробуй-ка занерфить. Знаешь, откуда это выражение? Попробуй-ка занерфить. Нет? Overwatch. Блин, я когда-то в Overwatch играл. Да, первые мои видосы даже были по Overwatch, ребята. Эть! Это же надо было так, а? Да куда ты, блин? Ну офиг ли делать? Давай уж, заезжай. Что-то Дарк. Все? Дарк, ребята, сдулся. У него горючка там вся сдулась. Видишь, тут еще байкер, блин. Это что там, с идеальным приземлением, что ли, едет? Байкер не разбился, да ну нафиг. Я не поверю, что этот, блин, там супергонщик едет. Обычный дрещеныш. Так, 8 баллов, первое место. 34, в команде 34 с нами. Так, Хав Круз вступил в команду. Морисон, ты в сети? Да, я в сети. Да-да-да-да. Да, блин. Прива всем.
Так, уже пять ребята этих набрали. Как называется-то? Ты понял, да? Лесной кубок, давай попробуем проехаться на байке. Надеюсь, не тупанем, не разобьемся. Чай, лесной кубок. Ух. Если сейчас вот эти штуки будут, это будет беда, ребят. Ну, мы их просто перелетели, перепрыгнули все. Понимаешь? Давай, наяривай. Да куда ты так? Что с тобой, блин, да... Замечательно. Сашок, Фатамос какой-то и... Фатамос еще кто-то. Да ты... Триндец твою налево, а? О, пошла маза. Пошла мазута. Че, в голове потекла мазута поляшком. Ой, блин. Че несет-то? А? Так, ребят, у нас зима на носу. Пишут. Как бы это... Надо, говорит, подготовиться, шарфик там надеть, связать, махровый. Нет, шерстяной. Ладно, короче, шутки в сторону, поехали. Маслка... Да блин, ты со своими крыльями, почему? Ну ненавижу я вот эти вот, ребята, все прыжки, блин, вот это вот все. Ненавижу. Особенно, когда они вот именно... Мелкодисперстые такие, знаешь. Одно дело, когда ты просто взял и перелетел. Все скопом. Намного же эффективнее и лучше. Кто-то там не долетел, ребята. DC Light Marvel. Получится, интересно, мне его обогнать? Давай попробуем сейчас. У нас там горючка-то. Горючка кончается, ребят. Первое место. Откатался прям, я не знаю. О, мистический кубок. Давно тебя не было, парень. Мистического кубка. Последний раз мы видели с тобой в прошлой серии. Опять эти. Не, маслкар везде, ребят. Везде лезет. Абсолютно. Что не возьми гонку, везде, блин, маслкар. Пантю этот какой-то, как его звать-то? Бразилец тут. Еще проехался идеально, блин. Видишь, он сбрасывает скорость где надо, ребят. Поэтому у него все четенько. Аж передергивает, да? Давай вот здесь только не выпендривайся. Виктори. Первое место. Ну, радоваться рано. Тут 4 же гонки, да? 4 гонки. Так, это у нас с этим. С кувшинкой же, да? Ну, нафига ты меня туда скинула-то? Твою налево. Нафиг ты мне ускорение этот вшивый свой сделал? Он просто, ребята, сделал мне ускорение, и я на кувшинку, на эту дебильную... Короче, споткнулся я об эту кувшинку. И потерял скорость. Байкер, да, ездился. Не справился парень с управлением. Да что ты вырываешься вперед-то? Вот, все, нормально. Есть контакт. Замечательно. Так, ну, судя по всему, ребята, у нас последняя гонка с вами.
Что-то у меня аж в животе уже заурчало. Что-то проголодался я. Хотя я ел вроде недавно. Это от нервов. Это от нервов, ребята. Жрать хочется. Когда хочется кушать, но ты не хочешь кушать, знаешь, что надо сделать? Нет? Поприседай разиков 100, и у тебя пропадет аппетит. Ну, честно говоря, это мной не проверено. Это я где-то прочитал такое. Было бы так неплохо, да? Ты, оп, голодный. Такой захотел поесть, а еды нету. Берешь, короче, это. Поджимался там, поприседал. И все. И бодрячком. Зачем тратиться на еду, да? Когда можно поприседать. И приятно, и полезно. Ну, в игре, конечно, сегодня глюк вот этот мне просто удивил, ребят. Когда мы в воздухе повисли и ничего не могли сделать. Я знаю, что мы раньше могли... Дядя Туман. Я знаю, что раньше мы могли такое получать только в том случае, когда... Когда у нас колесо застревало. Такое было неоднократно у нас. Но тут-то же никакого этого прикола не было именно по колесу. Тут же все стабильно, все ровно было. Так, я все равно я первый. Жить. Все, я занял, друзья мои. Хотел стать первым. Нет! Еще не занял. Одного балла не хватило там. Даже не то, что одного, там 0-0-1. Давай ты, дрестун, едь быстрее, а. Опа. Как они там сзади пищали, а? Я прям слышал, там, стой, Рэй, погоди, не едь. А я им, вот вам всем. Супостаты буржуйские. Врешь, не возьмешь, да? Типа того. Красавчик. Рэйч, красавчик, проехал. Идеально. Погнали, 1, 2, 3, 4. Опа. Жига-дрига, да? Так, нормально, 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 нормально. Вот это говно откуда взялось? Коза это, блин. Ну вот, все, ребят, первое место взято. Первое место. Ну ты понял, что 16 тысяч кубков. И дают нам костюмы, которые у нас уже были. Так, ты видео снимаешь, а привет. Блин, а мне как раз уроки надо делать. Вот, блин, я попал. Привет, Рэй. Рэй, давай, друзья, пожалуйста, Рэй, давай мне. Да, я отснял. Отснял уже, да? Отснял, конечно. Отснял видосик я, короче, это. И что? Давай, наверное, вот сюда. Прокатимся. В гоночке. Поехали. Фига нам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну чего? А как он там проехал? Извини, я даже не задел ящики. Эй! Ну вот... Да... Вот это идиотизм, а. Докатался, по башке получил, блин. Действительно, на пляже надо было брать, блин, этого. Скажи, я скажу. Лихача.
Почему? Потому что он тут... Тут прыжки, и вот лихач как раз бы здесь замечательно пошел бы. По чесноку тебе говорю. Так, еще один у нас пляж. Два пляжа, что ли? Да как ты проехал-то, ёпрсты, не задел причем? Ты прикинь? Ну это же бред, ребят. Ну нельзя же так сделать, прокатиться, чтобы не задеть. Ну, ты посмотри. Смотри, как у меня едет машина. Я не знаю, как так можно прокатиться, чтобы не... Тут ты что еще? Ё-моё, я, кажется, понял. Ты, драндулет, ты будешь ехать, а? Ты едь ты твою налево, блин. А вот тут как? Вы серьезно? Вот с таким подъемом, как я тут должен? Это маразм. Да как он туда должен запрыгнуть-то, идиот, блин? У меня нет слов просто, ребят. Просто нет слов. А здесь почему гонка не меняется? Вот объясните мне. Где мой байк? Где мой байк? Я хочу на байке сейчас прокатиться. У кого-то там защита полетела. Мы, в принципе, знаем, у кого она полетела, да? Не будем никому об этом говорить. Давай хотя бы один сундучок заработаем. Такая музыка играет. Я, правда, ни хрена ее не слышу. Музыка прикольная. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Горючий пропустил, значит, сфейлился. Закон гонок, друзья мои. Ну, если, конечно, вот это вот не заберешь. Живем. Так, два. Два сундука. Ой-ой-ой. Да это... А что я тут сделаю? Ну как мне тут? Извини меня, мне скорости не превысить. Все. Топливо кончилось, блин. Защитная арматура, ускоритель, дым. Все. Все, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.